доброе утро. Утренняя велопробежка. Специально камеру отклонил, чтобы видели много красоту. Улиц, красоту, домов, пейзажа. Сегодня суббота, выходной. Маркет не работает. Сюда нет никакого анализа. Можно покататься на велосипеде. Обычно я по вечерам катаюсь на велосипеде. Сегодня решил утром покататься. Погода замечательная, очень прохладно. Свежая погода. Вот птички поют. Птички поют. Деревья цветят. В общем, классная погода. Пробежки Орхан и Анна Манека. Я это лайв в телеграм, инстаграм ставлю. Просто плохо, что передняя камера, если включу, этот закрывается камера, а вот задний вот, чтобы немного видно было, видно это. Я немного, да, курс поставил, чтобы вот эти красивые виды тут было видно. Конечно, я в это ставлю. А вообще давайте я камеру сниму, покажу всю красоту, да? Самое лучшее. Сейчас. Да, тут. Просто я всегда же по вечерам ставил. Не видно было. Вот, вот, вот. Она мне как помашет ручкой. Вот там. Вот это мои друзья по велопробежке. И вот это наш кшлак, наша деревня. Да это же кшлак, по названию же тоже кшлак. Алхамра Виллидж. Сейчас многие спят, сегодня все-таки выходной. У многих еще рано. Но мы не спим. Ведем активный образ жизни, да? Спортивный, да. Советую, кто приезжает в Эмираты, не ориентироваться только на Дубай. В Рассел-Хейме есть тоже очень замечательные гостиницы в море, пятизвездочные. Ничем не отличаются от Дубая. И тут есть ежедневно 3 раза автобусы есть в Дубай, если вы вдруг хотите Дубай увидеть и посмотреть. А так для отдыха. Тут и вода замечательная, и погода на 3-4 градуса ниже, чем в Дубае. Сейчас в Дубае так невозможно с утра покататься. А тут вот, вот сейчас мы не потеем, время 7 часов, и вода отличная. Пляжи замечательные. Сейчас я покажу, сейчас мы дойдем до где будет возможность увидеть гостиницу. Хилтон, по-моему. Тут на всех виллах, как я говорил, есть не на всех, но как бы 10-20 вилл имеет собственный бассейн, который имеет фильтр, который имеет охлаждение, утепление. Когда вода холоднее, они утепляют, когда вода горячее, они охлаждаются. Очищается, хлорируется, то есть замечательно. О, давайте сюда на пляж выйдем и покажем. Просто это, вот тут, вот отсюда. На минутку я сейчас зайду. Сейчас вот эту покажу. Я сейчас, сейчас. И вот, кто хочет купаться не на бассейне, а в воде, может, видите, вот. Есть и собственные пляжи есть. И вон
гостиница. Пятизвездочная гостиница. Как эта гостиница называется? Это Хилтон, да? Или? Валдор Астория. Там Хилтон рядом маленький, там он там Редисон тоже есть. Вон эта гостиница. Пятизвездочная Валдор Астория. Вот это вся деревня, включая вот эти дома, виллы, гольф-клуб, реки, озера, вон там игровые площадки, вон гостиница, все находится в деревне Алхамра. Ладно, на этом останавливаю. Спасибо за внимание. Приходите в гости.